Уважаемый директор ФСБ Александр Бортников, я всем сотрудникам ФСБ обращаюсь еще раз. Вот лица без гражданства не дают мне выезд. Мама болеет там, раком. Она перед смертью. И свой детей 5 лет не вижу. Меня с Россией не дают документ, чтобы выехать. Ни азербайджанской стороны, ни российской. И с этим паспортом, который не банковская карта. Меня глаз один не видит, второй еще минус 6. Ни банковская карта с этим паспортом, ни даже номер телефона у меня, вот этот, кооперативная, ни номер телефона, ничего, ни на работу строится. Что мне делать? Уважаемые, скажите, пойти воровать будете сажать. Что мне делать? Вот с этим паспортом. Вот он. Вот помогите, да, пожалуйста. Вы же, я же уезжал с российским паспортом, приезжал. Вы же ФСБ проверяли мой загранпаспорт. А почему сейчас говорят? Раз говорят, хорошо, и не российский паспорт, не азербайджанский паспорт. Никто мне не дает. Почему вот так, такой поступок, а? Вот не лечение меня, вот нуждаюсь в операцию и глаз, и других органах, да? Вот а почему? Скажите, пожалуйста, товарищ уважаемые ФСБшники, вот кому меня обратиться? Владимир Владимирович президенту обратился. И ему не доходит. Алиеву обратился, не доходит. Эрдогану обратился, не доходит. И с визиаткой у меня паспорт. Сколько, все документы у меня есть, которые взяли вот это Нагорное, вот Нагорная эмиграционная служба. Все у меня доказательства есть, как им взятку отдал. Все есть. Вот почему весь Москву я все эмиграционную службу ездил. Все мне двери не открывали, никто не дает паспорт. Ну выдворяй меня моим детям, дай меня своих детей увидеть. 5 лет издеваетесь же, нельзя же так, пожалуйста. Вот Александр Бортников, что мне делать, воровать? Скажите, пожалуйста.